Привет, дорогой друг, меня зовут Олег Нечипаренко, и сегодня мы поговорим то, с чего нужно начать в медитации. А сейчас давайте поговорим о том, какое время все-таки необходимо медитировать. Это медитация по утрам, когда вы проснулись, умылись, попили водичку, сделали зарядку, и после этой зарядки вам необходимо успокоить свой ум. То есть такое прийти в гармоничное состояние, когда вы способны быть спокойным. Почему это важно? Потому что, как правило, когда мы просыпаемся, и у нас начинается такой некий хаос о том, что нужно сделать, куда побежать, что сделать, почистить зубы, попить чаю, решить какие-то внутренние процессы уже на работе. То есть то, что вы будете делать, то есть на каком транспорте вы поедете, а поедете ли вы на машине, а поедете на такси или поедете в метро или еще в каком-либо транспорте. А все эти вопросы будут более понятными после того, как вы успокоите свой ум. Соответственно, как вы начнете день, так он и будет у вас продолжаться. И на протяжении дня вы заметите, что вы более спокойны, более гармоничны. Но бывает такое, что по утрам вам не всегда удобно. Я вам советую делать еще медитацию вечером перед сном. Перед тем, как вы ложитесь спать, я называю это медитация благодарность. Вы благодарите весь день, благодарите людей, благодарите все окружающее пространство и, соответственно, ложитесь спать. Эту медитацию можно делать и лежа, поэтому, возможно, вас это и обрадует.